Появляется на сцене рояль, а если рояль на сцене, ну, это означает, что будет принимать участие в концерте пианист-виртуоз. Это правда, но лишь отчасти, потому что виртуозов будет на самом деле два. Один из них вам очень хорошо знаком и любим, поскольку он является участником практически всех праздничных концертов в вашу честь. Народный артист России, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев. Другой тоже лауреат нескольких конкурсов. Елисей Мысин. Итак, внимание, Сергей Рахманинов. Итальянская полька. Елисей Мысин и Денис Мацуев. Браво. Елисей Мысин особенно. Большое спасибо. Мы поздравляем вас с праздником счастья, здоровья. Почаще приходите на концерты классической музыки, потому что у нас подрастает очень серьезное поколение. Елисей, ты хотел что-то сказать? С праздником. С праздником. Четко и лаконично. Замечательный получился Какая дуэт. Какая бабочка у него симпатичная.